Здравствуйте, друзья, с вами я, Грану1001, это 37-я серия моего города в Майнкрафте. Да, друзья, в общем, извините, что долго не было в видео, поскольку была на коуч... В общем, нестыковка была, в общем. Все, я не знал, что еще построить, но... Сегодня, конечно, поменьше будет, но, как говорится, не густо, но и не пусто. Давайте начнем. Так. Все в порядке с этими табличками. Первое обновление, это у нас вот такой детский садик. Такой вот желтый и буковкой N. Такой вот вариант. Буквы N, тем более. Это построено из лаймовой керамики и черной шерсти. Ну, кстати, видите, я яблоки собрал с дуба. Ну, это не реалистично, конечно, но Майнкрафт есть Майнкрафт. Так, дальше нас встречает табличка с типа детский сад номер 2 города Ягланска. Кстати, это уже второй детский садик в этом районе, в районе и в городе. Кстати, это Сашевский район. И количество воспитанников. Теперь уже не количество детей, а количество воспитанников, которые в детском саду. В детском саду, естественно, 40 воспитанников юбилейно. Но не очень густо, как первый детский садик, который имеет 49 детей, там, потому что в этом детском саду 40, там по 5 человек там в одной группе, а там по 7. Так, ну, эти группы, тем более, 8 штук, тем более, они тоже ничего не гуще. И каждый выглядит вот в таком вот варианте, то есть такие вот шкафы, коврик, кровати. Ну, игрушек нету, поэтому приходится это использовать. Ну, по сути дела, эти одинаковые группы. Так, дальше у нас, типа... Дальше у нас, типа, что-то вроде пищеблока, здесь, типа, продукты хранят. Ну, а потом готовят. Дальше у нас второй... Ой, ёк-мык-мык. Дальше у нас второй этаж, там тоже группа и пустые кабинеты. Ну, а там просто полнейшая пустота полная. Особенно. Ну, в общем, это было первое обновление. Второе обновление, это у нас новый жилой комплекс под названием «Сестры». Да. Спросите, почему «Сестры»? Потому что там... Потому что этот жилой комплекс состоит из двух больших домов свечек, которые 9 этажей. И, естественно, непосредственно двух маленьких свечек, которые 5 этажей. Вот, вот такие вот 9-этажки, которые я показывал раньше, но... Наверняка вы вот такие помните, когда вот, вы наверняка вот чаще смотрели мои видео про мой город, и видели мои вот такие вот свечки. Так вот, здесь тоже свечки, только поменьше, то есть 5-этажки. Да, почти, ну, это, естественно, как бы тоже, как бы, две большие, типа, сестры постарше, и вторые поменьше, помладше. Это 9 этажей, вторая, другие 5 этажей. Это первое отличие. А второе отличие в том, что там кирпичи, а здесь оранжевая керамика. Ну, тут ничего особенного, сказать и нечего. И да, друзья, количество населения увеличилось. Блин. Сейчас вернемся, сейчас. Вместо основания города. И как видим, население увидит сейчас, да, 8805 человек. Да, друзья, скоро будет 1 февраля, и 1 февраля будет, как бы, перепись населения города Ягланска за январь 2020 года. В общем, ежемесячная городская перепись, друзья. В общем, я каждый месяц, первый день нового месяца, то есть, типа, я переписываю, естественно, непосредственно количество населения, то есть, которое набрано за 31 день, или даже 30, ну или 28. Хотя сейчас 2020 год на дворе. И
В 2020 году, феврале 29 дней. И так раз в 4 года, как Олимпиада. Как Олимпийские игры тоже раз в 4 года проводятся. Ну, давайте посетим. Такой коридор, как в обычных свечках. И по такой вот подъезд. Лифт, квартиры. Ну, почти. Ну, на полную точность сестренки. Так. Здесь у нас туалет, ванная. Так. Дальше у нас кухня. Что-то похоже на кухню совсем. А, вот здесь вот кухня. Вот здесь вот кухня, там просто комната здесь. И еще одна комната. Большая, тем более с балконом. Хотя весь плюс то, что это двухкомнатная. Что там двух квартирки, двушки. В отличие от тех же девятиэтажных свечек, которые вот здесь он, даже сквозь окна видно. Тем более вечер наступил. Лег спать. Ладно, друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, не забывайте мне идеи, чтобы что еще построить. И на этом, в общем, все. Спасибо всем. И всем пока. Ну, вот деревня виднеется. О, я тут со стороны балкона.